Эй, народ, кто хочет просто получить это достижение? А это? А оба? У меня вот нет одного из них, но мне как-то все равно, я его получил в HD переиздании несколько лет назад. Но суть не в этом. Я недавно закончил проходить третий уровень Брайтаунда, мне не хватило достаточно много убийств. И я считаю, что все из-за этой комнаты. Так вот, обратим внимание на счетчик убийств сейчас. А как эта комната работает? То есть мы наступаем вот на вот эту вот кнопку. Появляются дороги из света. Но, сойдя с них, нас атакуют лягухи. В количестве, внимания 60 штук. Сейчас мы их порежем быстренько. Там еще есть. Так вот, лягух ровно 60, и казалось бы, да, нужно было один раз затригерить их и где-то еще одного пропустил. Однако. Можно сделать так, что они выпрыгнут еще раз. И как бы здравый ум предположит, что они просто дублируются, например, да, и они не засчитываются как убийство. По крайней мере, я так думал. Однако мы можем видеть, что это далеко не так, и мы уже превысили лимит, по сути. Но это еще не все. Мы можем сделать это еще раз. И еще раз. Сколько угодно. А вон там еще. И еще раз. Я предлагаю здесь немножко потусить. 5 minutes later. Так вот. Ну разве это не прекрасно? Меньше чем за 5 минут я 600 лягух распилил. Теперь будьте умничками, возьмите калькулятор и посчитайте. Сколько вам понадобится, чтобы 100 тысяч набрать? Это явно меньше, чем мое время. Ну да ладно. Я подумал, что все дело в версии, потому что я пользуюсь старой версией, чтобы не видеть эти вот ужасные шрифты, сомнительную локализацию и не слышать голос Никиты Джигурды. Итак, тот же самый сейф. Самая последняя версия. Коммерческая. И мы еще раз делаем этот же трюк. И как мы видим, все работает ровно так же. В чем-то, в принципе, сомнений не было. Единственный чейнджлог, который был описан в этом обновлении, то, что они добавили дурацкую локализацию. Но не исправили поломанные спауны в Bright Island, например. Посмотрите сюда. Даже очки набираются. Понимаете, что это значит, да? Очки набираются, убийства копятся. То есть ты можешь возглавить эту таблицу лидеров, не прибегая к помощи всяких там эксплойтов, взломов, артмани и так далее, чтобы мама снова тобой гордилась. Серьезно, самые раньше были косяки с счетчиком убийств, но в минус скорее, а не в плюс. Как такая же штука работает в оригинальной игре? То есть тот же самый путь из света. Практически тот же самый, единственное, он не прерывается, когда вы переходите на темную сторону. Как только мы заступим за свет, появляются разные гады, в основном, ну как в основном, только скелеты и камикадзе.
Можно, в принципе, игнорировать свет, пройти здесь и всех убить. Еще здесь, ближе к лестнице, спаунится камикадзе. Ну и все. После того, как мы возьмем этого золотого ягуара, и спустимся. Нас будет ждать не так много врагов. Насколько я знаю, их спаун на таймере. Не так сложно. Но, если мы пойдем по свету, здесь абсолютно всегда у меня появляется скелет, я не знаю, то ли я заступаю где-то, то ли так задумано, чтобы сам сказал прикольную фразу. И, раз уж мы всех не триггерили, когда проходили по темным сторонам, то они просто все разом появятся здесь. Таким образом не ломается количество убийств. По крайней мере в рамках этой комнаты. Да, можно, конечно, сказать, что здесь немножко другой тип. Это немножко по-другому работает. Тут все-таки дырки с лягухами. Окей, но у вас есть вот это. Существо, которое рожает этих лягух практически бесконечно, и они не считаются как убийство. Они не идут в счетчик. За них даже очков не дают. Я не сильно знаком с маппингом в Serious Sam, но, наверное, можно было как-то этот скрипт задействовать в этой ловушке. Или как-то ее передумать, я не знаю, но... Ну, в общем, я просто хотел обратить на это внимание. Я не знаю, может быть, до этого кто-то это видел, но обращал внимание на это и так далее, но я никого не смотрю, не читаю, поэтому я просто сделал свое наблюдение. И все. Спасибо за просмотр и всего доброго.